Уважаемые водолеи, всем доброго времени суток. Вы на канале ОКО Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 15 по 21 июля. Включительно, что вас ждет в этом периоде. Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Я вас всех приглашаю к своему столу. События этой недели мы будем просматривать в общем. Все, что касается самых важных жизненных сфер, это и ваша семья, ваш дом, взаимоотношения, работа и карьера, возможные доходы и расходы, финансовое поле в целом. Смотрим, что в скрытых факторах, подведем итоги всей этой недели. И сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания. Та карта, которую я достану последней, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте о своем желании. Кому нужно больше времени, нажимайте на паузу. Колода готова, и я приступаю к выкладке карт. Уважаемые водолеи, все карты вашего расклада перед вами, и я начинаю его прочтение. Сразу хочу сказать о том, что для многих из вас эта неделя будет наполнена позитивными событиями, и в этом периоде вы успеете сделать очень много из задуманного. Более того, жизнь вам будет предлагать шансы того, как вы могли бы что-то улучшить и в финансовой, и в профессиональной сфере, и в личных отношениях в том числе. Можно сказать, что вам улыбается удача. Но есть некоторые сомнения, переживания, касающиеся все-таки чего-то глубоко личного и того, что может происходить во внешнем мире, вас тоже волнует, беспокоит, потому что на внешний мир для вас выпала карта старшего аркана Луны. Но расклад начинается с замечательной карты шестерки мечей. Это карта движения, это карта дорог. Она показывает вашу активность уже в начале этого периода. Возможно, кто-то из вас уже в начале недели куда-то едет, может быть, вы в дорогах. Может быть, эти дороги вы планируете на самое ближайшее будущее. Вы достаточно легки на подъем, вы четко знаете, чего вы хотите. У вас есть определенная цель, и к этой цели вы идете. Карта очень ресурсная, потому что она говорит о том, что вы до конца полностью еще в чем-то свой потенциал или не раскрыли, или не использовали, и всех активных водолеев ждет успех, то есть есть ли что-то для этого делать. Я вижу, что рядом с вами есть еще один человек, с которым вы очень тесно связаны, вы с этим человеком как бы в одной лодке, но вы управляете больше этими отношениями, чем тот человек, то есть вы делаете что-то для себя и для того человека, который рядышком. Карта может показывать любые командировки, дороги как на близкие, так и на дальние расстояния. Все важные дела, которые у вас есть в планах на эту неделю, начинайте решать уже прямо с понедельника. Понедельник предвещает быть успешным, но и в целом вся эта неделя, как я уже говорила, будет очень продуктивной. Эта карта говорит о том, что какие-то сложности, неудачи, конфликтные ситуации остаются позади вас, а вы движетесь вперед, и ваши враги вас никаким образом не могут вас достать и никаким образом не могут вам навредить. Но забегая немножечко вперед, скажу о том, что в вашем раскладе есть две карты, которые могут говорить о наличии магии. Либо вы сами чем-то таким интересуетесь, либо в вашем ближайшем окружении есть люди, которые этим могут владеть, потому что в раскладе есть и карта мага, и карта Луны. И обе эти карты говорят о магии, о мистике в вашей жизни, может быть, о каких-то оккультных практиках. Может быть, вы сами пытаетесь что-то практиковать, но почему-то в чем-то сомневаетесь, или кому-то обращаетесь, но до конца тоже в чем-то не уверены. На входящие события выпала девятка чаш, карта большой радости. Она говорит о том, что будут сбываться какие-то ваши желания в этом периоде. Прежде всего, по этой карте вы сможете отдохнуть при желании, либо вы сами себе этот отдых организуете, либо вас кто-то порадует и, может быть, куда-то пригласит. Карта может показывать компанию, застолье, веселье, радостные, положительные эмоции. Явно в вашем ближайшем окружении есть люди, которые вас хотят видеть.
Но эта карта показывает приподнятое настроение и говорит о том, что вас абсолютно ничто особо тяжелого не беспокоит. Вы об этом не думаете, по крайней мере, в момент этого отдыха. В центр вашего расклада, в ваши кармические задачи, выпала карта тройки жезлов. И она говорит о том, что то, что касается профессиональной сферы, ранее многие из вас уже успели неплохо потрудиться. Сейчас вы будете ожидать в профессиональной сфере каких-то результатов, но они не за горами. Карта говорит о том, что вы люди командные, вы умеете договариваться, вы умеете решать многие вопросы, и люди вам доверяют, за вами идут. Ваше слово для кого-то может являться ключевым. Возможно, вы ждете еще каких-то новостей из-за границы или издалека. Может быть, с кем-то переписываетесь, созваниваетесь. Это могут быть родственники, друзья или коллеги. Обратная связь вас тоже будет радовать. Какие-то разговоры здесь тоже хорошие имеются. Также я вижу, что многие вопросы вы способны по этим картам решать дистанционно. Для тех, кто сейчас не работает, но вы в активном рабочем поиске, у вас есть все шансы найти для себя что-то интересное по работе. Но вы можете не торопиться, можете отдохнуть пока еще, но если будут предложения или они уже есть, рассматривайте их. Что-то для вас будет выгодным и интересным, тем более, что в Малый Крест вашей судьбы выпала карта Туза Монет. Это карта финансовой удачи, и выпала она рядом с тройкой жезлов, которая говорит о вашем развитии. Проявляйте в любых вопросах активность, что, в общем-то, вы и будете делать. И есть люди в вашем окружении, которые могут где-то как-то пытаться вами манипулировать, и об этом тоже говорят две эти карты. Может быть, где-то даже ваши родственники что-то могут пытаться решать за счет вас. Если вы это позволяете делать, значит, вам это подходит. Я вижу, что вы даже своих родных способны контролировать. В дом ваших финансов выпала королева чаш, которая говорит о том, что вас действительно ожидает хорошая прибыль. Те, кто не работает, эта карта по-любому говорит о том, что вы не будете без денег. Если говорить о женщинах, вы очень творческие натуры, у вас есть какие-то хобби и увлечения, которые стоило бы развивать. Благодаря вашим хобби у вас мог бы быть дополнительный доход. Те, у которых такой доход есть, вы его тоже можете развивать далее. Есть еще какие-то новые интересные мысли в вашей голове? И не одна, вы этими мыслями будете делиться с кем-то. И многое другое вы тоже способны воплотить в жизнь. Если говорить о мужчинах, то большое влияние на вашу жизнь в этом периоде будет иметь женщина. Это может быть супруга, дочь, сестра, подруга, достаточно близкий для вас человек, который вам чем-то все время помогает. Женщина идет к вам с открытой душой или с какой-то позитивной информацией. Возможно, это еще какая-то особа, с которой вы связаны работой. Или своими творческими планами вы делитесь с женщиной, если говорить о мужчинах. Давайте все-таки возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу. Те, кто работает, и те, кто не работает. Для тех, кто при работе, выпала карта Королева Мечей. Эта карта говорит о том, что на этой неделе будут какие-то серьезные, важные задачи в работе. Расслабляться особо нельзя. Нужно быть максимально собранными. Это карта логики, аналитики. Просчитывание всех вариантов, всех за и против. Вы должны уметь что-то планировать в своей работе, потому что эта карта может говорить о том, что если сейчас вы что-то упустите, не учтете или неправильно спланируете, потом сами же из-за чего-то будете нервничать. И эта карта говорит о том, что вы стараетесь как раз, чтобы у вас все было в полном порядке. Эта карта может показывать работу с информацией, работу с людьми, завышенные требования и к себе, и к тем людям, с которыми вы сотрудничаете. Но результат будет. Женщина-водолеев, эта карта показывает собственной персоной и говорит о том, что вы могли бы работать сами на себя. Даже если вы работаете на кого-то, вы стремитесь к управленчеству. Где-то кто-то вас может считать резкой, излишне прямолинейной.
Но если что-то не по вас, вы молчать не будете, и вы в любом вопросе тут же пытаетесь расставить все точки над «и». Если говорить о мужчинах, то на вашу профессиональную сферу может влиять женщина. Не обязательно, что с женщиной вы связаны напрямую по работе. Вы можете работать исключительно в мужском коллективе, но это может быть любая дама, которая извне влияет на ваши рабочие процессы. По этой карте, возможно, в самой работе нужно что-то пересмотреть в официальных вопросах или в информационных. Несмотря на то, что эта карта не показывает напрямую финансы, она может говорить о том, что порой ваши заработки вам даются не так-то и легко, но заработать вы сможете. И порадоваться своим доходом сможете, так как в дом ваших финансов выпала королева чаш. И эта карта говорит о том, что вы на что-то будете тратить деньги, на отдых, на какие-то обновки, покупки. Есть еще какая-то женщина, с которой, может быть, вы будете отдыхать. И давайте возьмем карту для тех, кто сейчас в поиске работы. Десятка мечей может показывать какие-то недавние неудачи в работе. Но черная или серая полоса вашей жизни подходит к своему логическому завершению. Эта карта об этом, потому что в раскладе все исключительно хорошие карты. Давайте посмотрим, что же вас ждет на перспективу. Карта дьявола выпала для вас. Конечно, карта достаточно сложная, одна из самых непростых карт в колоде. Она может говорить о том, что вас может ждать неофициальная работа. Так как это карта большого азарта, она может показывать людей достаточно азартных, которые готовы рисковать с какими-то, может быть, проектами, начинаниями, но вы в чем-то тут способны совершить ошибку. Не слишком на что-то соблазняйтесь. Также в этом периоде или в ближайшее время вам кто-то красиво что-то может обещать или предлагать по работе или подработке. Тут, прежде чем соглашаться, стоит хорошенько подумать. Но в любом случае карта дьявола – это финансовая карта. Для всех рискованных и творческих людей в принципе хорошая. Но не забывайте о том, что любой риск должен быть оправдан. По дьяволу не все то золото, что блестит. По этой карте я вижу очень большую изобретательность. Вы из любой сложной ситуации способны выйти фактически сухим из воды или сухими из воды. Но все-таки прежде чем кому-то в чем-то довериться или поверить на слово, проверяйте любую информацию по дьяволу. В особенности то, что касается работы и сомнительных доходов. Ну и в личном, те, кто сейчас в поиске работы, у вас тут тоже какие-то есть сейчас страсти. То, что касается долгов, кредитных линий, те, у кого такие имеются, я вижу, что свои долги, кредитные линии вы с легкостью можете закрывать. Если говорить о женщинах, то вам в этом может помочь мужчина. А если говорить о мужчинах, то наоборот, женщина может вам помочь с выплатами. Я не вижу, чтобы в этом периоде оформлялись новые кредитные линии, но если на какой-то проект вам понадобится гораздо больше денег, чем те, которые есть в наличии, и вы у кого-то попросите, вам финансово может помочь женщина. И есть еще мужчина, который мог бы тоже вам посодействовать. Деньги тратить в ближайшее время будете на что-то хорошее и приятное. Вы достаточно легко можете с деньгами расставаться, но финансово вы быстро будете восстанавливаться, что мужчины, что женщины. Поэтому проблемы никакой здесь не вижу. Для тех, кто на пенсии или вы по другим причинам дома, посмотрим, что нужно знать вам. Для вас выпала карта «Пажа чаш». Эта карта может показывать отдых, творческие увлечения. В вашем окружении может быть какой-то друг, подруга, который вас может чем-то порадовать. Это какая-то информация, которая вас удивит. Это может быть чья-то забота, это может быть чье-то признание в любви. Карта также может показывать детей, внуков, с которыми вы можете проводить время. Или ваши дети, внуки вас чем-то порадуют. Ну а теперь перейдем в вашу личную жизнь, вначале те, кто в паре. Для тех, кто в паре, для вас выпала карта старшего аркана мага и карта туза монет. Две карты под номером один, но одна из них старший аркан, вторая младший. Вы ни в чем друг другу не уступаете. В принципе, вы друг для друга по жизни приносите удачу. Если говорить о женщинах, то все-таки мужчина где-то энергетически вас пытается подавлять или преломить под себя. Но вы, в свою очередь, также ему ни в чем не уступаете. Если у вас есть какие-то договоренности, они взаимовыгодные.
И каждый из вас по-своему из этих отношений извлекает какую-то пользу. То есть это говорит о том, что вы нужны друг другу. В ваш дом поступают деньги и очень неплохие. Я вижу, что вы не хотите потерять свою семью, независимо от того, что может происходить где-то на стороне. Хотя я вижу, что были в недавнем прошлом моменты, когда, может быть, вы хотели или уйти, или хотя бы на время выйти из отношений, чтобы просто подумать о том, нужно ли эти отношения развивать. Но сейчас что-то налаживается. Карты очень хороши для предпринимателей, для людей, которые работают на дому. Финансовая удача, не выходя из дома. Будучи дома, вы можете чему-то учиться. Может быть, в этом периоде для дома вы захотите сделать какие-то нужные покупки, которые тоже вас порадуют или ваших близких. Я вижу, что вы своей второй половине готовы делать какие-то подарки, но вам очень хочется, чтобы человек, который рядышком с вами, был благодарен. Он или она благодарен по-своему. Ну а теперь перейдем к нашим свободным водолеям. Для свободных выпала шестерка чаш, восьмерка чаш и восьмерка жезлов. Восьмерка чаш немножко портит картину. Она говорит о том, что есть какой-то друг или подруга, человек для вас достаточно близкий, человек, с которым вы в хороших отношениях. Но вы не рассматриваете этого человека как потенциального партнера надолго. И восьмерка чаш может говорить о том, что вы пытаетесь из каких-то отношений выйти. Может быть, в каком-то человеке разочаровываетесь. Это может касаться не обязательно любви, это может в целом касаться дружбы и то, что вы в дружбе в ком-то разочаровались. Те, с кем вы сейчас, может быть, даже не общаетесь или на расстоянии, или в конфликте, или просто не хотите общаться, я вижу, что это общение все равно будет позже. В вашей жизни может появляться очень много интересных новых контактов, новых людей по восьмерке жезлов. Ваша жизнь не будет скучной. Эта карта может также показывать любые дороги на ближайшее время, но мы это видели и по первой карте. У наших свободных тут может быть не одна дорога, тут может быть много дорог. То есть в планах куда-то поехать у вас все-таки есть. И если вы с кем-то расстаетесь или выходите из одних отношений, вы долго сидеть, засиживаться в одиночестве не будете, потому что эта карта показывает знакомство, влюбленность, страсть, притяжение, и все это у вас будет. Но не спешите влюбляться или не спешите кому-то относиться слишком серьезно, потому что следующей картой выпал шут. Посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытые факторы выпала четверка мечей, карта короля жезлов и карта рыцаря чаш. Две мужские фигуры мы видим. Четверка мечей говорит о том, что иногда на вас будет накатывать из-за какой-то старой обиды, как будто бы такое состояние, что вы кому-то что-то не можете простить, и вам хочется кому-то что-то доказать. Но внутренне вы понимаете, что этого делать не нужно. И действительно не нужно, это дороже себе, своим нервам. Не тратьте свою жизненную энергию на тех людей, которые этого недостойны. Поверьте, что много как-то решится само собой, но в вашу сторону, для вас в плюс. Если говорить о мужчинах, есть какой-то друг, на которого вы обижаетесь, но этот человек хотел бы с вами общаться. И есть какая-то женщина, на которую вы обижаетесь. Женщина, здесь посложнее ситуация. Вас что-то очень тесно связывало, но как-то не очень хорошо расстались или был какой-то неприятный разговор. Перемирие возможно, но этого должны хотеть оба. Если говорить о женщинах, у вас тут обиды из-за мужчины, человека семейного, и есть еще мужчина, но это как родственник, с которым связаны ваши волнения. На завершение этого периода для вас выпала карта старшего аркана шута. Она показывает легкие, непринужденные выходные, желание где-то попутешествовать, куда-то поехать, расслабиться, отбросить в сторону все негативные мысли, что вы и сделаете. Возможно, что-то в выходные дни будет происходить спонтанно. Даже если вы будете как-то планировать выходные заранее, что-то пойдет иначе, не так, как вы себе это видите или представляете, но не в худшую сторону. Две вот эти карты рядышком могут показывать очень большие расстояния, которые вы можете преодолевать. То есть дороги у кого-то могут быть и дальние.
Эта карта тоже может показывать какую-то новую интересную информацию для вас, каких-то новых людей в вашей жизни, какие-то новые знания вы захотите получать. Ну а теперь посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора. Здесь мы видим 9 монет. Эта карта финансовая, и она говорит о том, что сейчас основное внимание нужно сосредоточить на финансах. Но эта карта очень хорошего достатка, который у вас еще впереди. Вы сможете не только зарабатывать, но и откладывать, и позволить потратить себе что-то сможете. Эта карта говорит о том, что если есть желание что-то купить, себя чем-то побаловать, непременно это сделайте. Побудьте немножко эгоистами. Большой почет и большое уважение в работе тех, кто при работе. Ну и в целом, многие люди, даже если вы не работаете, с вас как бы берут пример. Или вас в пример ставят кому-то. Давайте посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта четверки монет. Ответ – да. Но все-таки есть некоторые переживания из-за вашего вопроса. Не стоит волноваться. Я вижу, что вы уже что-то сделали для того, чтобы получить желаемое. Может быть, вам приходится тут что-то или удерживать. Если вопрос упирается в финансы, может немножечко не хватать, и вас это тоже волнует. Или деньги есть, но боитесь все-таки потратить и остаться без денег. Если вопрос касается человека, кого-то рядышком удерживаем, или кто-то пытается удержать вас, на все вы смотрите довольно-таки практично и здраво. Для дел, для работы карта стабильная. По поводу вашего вопроса на ближайший месяц, вот в целом, если взять 30 дней с момента просмотра этого видео, будут какие-то волнения, переживания. Вы как будто бы в чем-то не уверены или ситуация в чем-то может быть не совсем стабильной, но все равно будет хороший результат. Давайте также традиционно возьмем дополнительные карты и спросим, о чем вам нужно знать на самое-самое ближайшее время. Выпала карта мужчины. Мужчины должностного, может быть, при погонах. Это может быть юрист, адвокат, чиновник, человек, исполняющий любые обязанности, военный или врач. И с этим человеком тут будут либо оформляться, либо рассматриваться, или подписываться какие-то бумаги, либо будет какой-то серьезный разговор. Но это что-то официальное, потому что проходит через других официальных лиц. Бумаги для вас нужны. Возьмем еще одну карту. Эти бумаги сейчас могут быть в сложностях, но решить вопрос по ним возможно. Карта креста может говорить о том, что до полугода тут по вашему вопросу могут быть какие-то сложности все-таки. Или вопрос очень непростой, или он затрагивает очень многое. Скажем так, решение этого вопроса может в целом влиять не только на вашу собственную жизнь, ближайшую и будущую, но и на жизнь ваших близких. Тут в чем-то очень большая ответственность и большая тяжесть одновременно. Возможно, по каким-то бумагам, документам, официальным вопросам что-то потом придется переоформлять, переделывать, пересматривать. Но сейчас что-то может решаться вполне активно. Позитив. Крысы, нервов много. Тут вокруг вас много разных людей, но либо по этой карте кто-то пытается на чем-то нажиться, либо эта карта говорит о том, что кто бы вам в чем бы ни помогал, тут каждый сам за себя, а в лицо все такие милые. Еще одна карта, карта работы. Это либо как-то связано будет с вашей работой, либо вот эти официальные вопросы напрямую повлияют на вашу рабочую сферу. Уважаемые водолеи, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Ставьте лайки за проделанную мною работу. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан. Я вам желаю легкой, позитивной недели. Пусть у вас все получается. И до следующей недели, до следующих видео. Всем до свидания.